О деталях телефонных разговоров с президентом России и Украины рассказал в Твиттере глава нашего государства. В беседе с Путиным Касым-Жомарт Токаев подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров. Важность переговоров для прекращения военных действий обсудил он и с Зеленским. Об этом разговоре также написал в соцсетях и лидер Украины, отметив, что достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарных вопросах и что президенты продолжают держать связь друг с другом.